Друзья, всем добрый день. Это Хабаровск, с которого, как обычно, начинаются матчи довольного тура, когда Хабаровский СКА играет дома. Так уж получается, что у нас сегодня день очень насыщенный. Практически все матчи играются в субботу. Погнали! СКА начинает с центра поля. СКА Хабаровск Арсенал. Одна из главных игр этого тура, на мой взгляд, по крайней мере. Хотя плотность таблицы удивительная. Вот те два клуба, которые отстают, как вы знаете, стоит им только настичь чуть ушедших вперед конкурентов. Там уже можно говорить даже о том, что они в середине таблицы. Удар по воротам сразу. Атакующая направленность Хабаровска видна с первых минут. Там Никитин промчался по флангу. Хорошая атака Туляков. Удар будет. Нет, вот еще удар. Перекладина выручает. Сейчас Хабаровский СКА. Отличная атака получилась. И вновь на острие ее оказывается, по-моему, Сергей Ткачев. Если не ошибаюсь, это еще и Левин был. Самое главное, это все-таки игра. Александр в данном случае, он уже с мячом. Под левой ногой мяч, по штрафную. Здорово, Ткачев! Удар! Простил, по-настоящему простил Сергей сейчас защиту Хабаровска. Очень тонко на самом деле сыграл. Посмотрите, сразу двое сыграли. Во-первых, Коротков. Продуктивное действие всей команды. И даже в игре без мяча Коронко бьет. Ну вот, пожалуйста, заточены на удары. Может пробить и с правой, может пробить и с левой. Хорошо играет головой. Сейчас пробил с левой. Сегодня, если он выйдет на поле, я думаю, что это, скорее всего, случится. Эти знания 100% ему помогут. Хотя Хабаровск, конечно, и сам обновился. Подача. Удар! Рядом со штангой. Да вот, пожалуйста, посмотрите на качество этих выпадов в Арсенал. Во-первых, они чаще бьют по воротам. Заброс. И потом скидка. Какой момент! И Арсенал так и забивает. Это справедливо, вы знаете. Все-таки Арсенал на этот гол наиграл, как мне кажется, еще в первом тайме. Восьмой гол Джонатана Окоронко. И прямо сейчас он выходит на чистое первое место в споре бомбардиров. Удар! Опасно как! Ногой лишь отбил мяч. Кокарев, ну, по крайней мере, тоже очень близко к голу. Еще одна подача Корнюшина. Удар! 1-1! 1-1 Хабаровск! Андрей Никитин. Хотя Савинова, по-моему, все поздравляют. Нет, Корнюшин сделал передачу нацеленную. А пробьет, по-моему, Никитин. Ну, давайте посмотрим, впрочем, на повторе. Еще одна передача вперед. Пас на Али. Вон штрафной уже. Нет, офсайда. Передача. А может быть даже удар. Нет, все-таки передача. Потому что здесь Симоненко открывался под прием мяча на ударной позиции. Но суть не в этом. Подача. Это Симонян. Какая классная подача. Получился удар по воротам. Простили сейчас, конечно, Туляков хозяева. И там на линии вратарской, куда летел мяч после подачи Симоняна. И дальше. Вот, к сожалению, не видел, кто же там добивал. Не Мусалов ли? Дар. Ух ты. А там еще отскок был. Но в любом случае для Кокарева это не очень серьезно. И тоже звучит финальный свисток. Ну что, 1-1. В итоге-то команды не забили больше 2,5.